Здравствуйте, коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, что произошло на рынке за предыдущую неделю, конечно, разберем сезон отчетов, ну и, безусловно, посмотрим, что происходит на рынках на текущий момент. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Конечно, сейчас ключевое событие – это то, что S&P 500 обновляет локальный максимум, и тому способствует как раз хорошая отчетность именно с точки зрения корпорации. Мы видим там довольно-таки сильный позитив, ну и, собственно, восходящий тренд также продолжается. Та коррекция, которая была в начале недели, ее крайне быстро откупили, поэтому уже мы видели и сейчас в пятницу мы видим также обновление локальных максимумов. Давайте посмотрим, что у нас произошло в сфере как раз сезонных отчетов, и кратко посмотрим по тем компаниям, которые читались на этой неделе и еще читаются сегодня. В понедельник, ну, из громких имен здесь достаточно мало компаний, но в целом мы видим то, что ожидания были, результат позитивный, да, после отчетов. Во вторник, вот тут как раз читались Alibaba, читался Google, читался Amazon, и даже посмотрите, по Amazon результат лучше на 94%. Доход на акцию ожидался 7.23, а по факту 14.09. Это все-таки, ну, такой колоссальный. Google 39%, да, почти 40%. Adcore также 56%, OneEst также 45%. То есть мы видим, что здесь фактически все компании, которые считались во вторник, также идут в позитивном разрезе. В среду было уже больше, порядка 128 компаний, но также мы видим то, что большинство из них отчитались позитивно. И четверг 196 компаний в общем отчитались. Да, здесь были некоторые уже хуже, да, ожидания, что называется. Но в целом здесь также мы видим позитивный тренд. Ну и сегодня у нас пятница, поэтому здесь тоже мы ожидаем довольно-таки еще большое количество компаний будет отчитываться, порядка 93 компаний еще отчитается. Но, собственно, здесь тоже важно понимать, что сейчас как раз одним из моментов драйверов рынка ведется отчет позитивный, в том числе технологичные компании в первую очередь отчитываются позитивно, что влияет положительно на NASDAQ, ну и в свою очередь на S&P 500, да, в зависимости от тех компаний, которые туда входят. А что же у нас происходит на рынках? На рынках мы видим, да, по S&P 500 обновление локальных максимумов, но доллар тоже продолжает укрепляться. И с точки зрения продолжения уже непосредственно идей, да, что на рынке рассматривать, я пока все еще придерживаюсь идеи поиска продаж по американскому доллару. То есть, если мы говорим о евро, да, евро я пробовал покупать несколько раз, пока обе последние покупки не увенчались успехом. Мы видели все-таки продолжение нисходящей формации, практически весь январь мы находились в нисходящем движении, и тенденция в феврале тоже пока продолжается. А сейчас мы подошли к области поддержки на 1.1960, в принципе, тоже неплохой уровень, с которого, по крайней мере, может быть коррекция. Если уж не возврат к локальным максимумам, который мы видели в начале января, то возможная коррекция. Поэтому по евро как раз я жду здесь остановки, и, скорее всего, на следующей неделе уже первые покупки по евро-доллару, ну, которые новые, да, рассмотрю на следующей неделе. Та покупка, которая открыла в понедельник, во вторник мы уже обновили локальный минимум, опять же, значимый стоп-лосс, мы видим, что цена сильно упала, поэтому сейчас есть возможность получить более интересную цену для входа на покупку. Соответственно, если рынок такую возможность даст, то здесь ситуация тоже может быть крайне интересна. По британской валюте мы видели быструю коррекцию, которую вчера также быстро откупили. Если смотреть часовой таймфрейм, то, ну, здесь видно вот это волатильное движение, то есть резко упали, затем резко откупили. Собственно, здесь пока, ну, никакого интереса данная валютная пара не представляет. Мы движемся плавно в рамках тренда, все сохраняется, но хорошая коррекция, которую я люблю именно для того, чтобы войти на продолжение тренда, здесь пока не было. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь я тоже открывал сделку на продажу, довольно-таки неплохая цена была получена мной для входа, но мы не ушли, то есть мы два дня постояли вот в таком вялом, опять же, боковике, мы не смогли обновить локальный минимум, поэтому здесь есть позиции, вышел по стоп-лоссу, ну, позитивному стоп-лоссу, который был уже после обновления максимальных значений среды, да, и здесь он сработал, поэтому сейчас вероятность еще одного похода на локальный максимум остается, но в целом, если
опять же, смотреть дневной таймфрейм, в целом продажи, скорее всего, здесь будут рассматривать уже чуть выше. Но продажи, если мы не обновим локальный максимум, то есть не придем в область максимальных значений, которые мы видели как раз в середине декабря прошлого года, это уровень 1.2950 топ, пока в продажи здесь я входить не буду. А доллар-иена, вот тут тоже крайне интересно сейчас это выглядит. Мы явно перекуплены, мы подошли к области максимальных значений ноября. Конечно, здесь можно говорить о том, что тренд может поменяться на восходящий, это важно держать в голове, но в целом мы видим, опять же, перекупленность по данному активу, поэтому вероятность, если уж не движение опять к локальному минимуму, то по крайней мере коррекции, здесь тоже крайне высока, поэтому доллар-иена еще один кандидат на открытие позиции, но уже на следующей неделе. Вряд ли этот сигнал пройдет сегодня, поэтому завтра, ну точнее в понедельник я буду тоже ждать и присматриваться к данной валютной паре. По австралийцу, как я уже говорил, здесь тоже была довольно-таки неплохая коррекция, которую тоже я рассматриваю для себя как вход на покупку. Здесь я вошел небольшим объемом буквально после того, как буквально час назад открыл позицию. Не самая лучшая цена, да, не ставил я здесь отложенный ордер, поэтому фактически я вошел только 0,01 лота. Если бы ставил отложенный ордер, то возможно открыл бы позицию чуть большим объемом, но пока, так как все-таки потенциал движения здесь довольно-таки приятный, поэтому, по крайней мере, вот минимальным объемом в эту позицию вошел, и посмотрю, как ситуация будет развиваться, возможно, по ходу движения еще позицию доберу. По новозеландцу, здесь мы не видели обновления минимальных значений, которые были как раз в середине января, поэтому здесь я пока позицию тоже не планирую, но в целом мы тоже видим восходящий тренд, но уже если смотреть там часовой таймфрейм более ближе, да, что называется, то здесь мы видим такой боковик все-таки с прицелом пока общего восходящего движения. Золото. Золото я тоже пробовал покупать. Была возможность выйти с достаточно небольшим профитом, но цена не дошла до моих целевых уровней, поэтому вышел практически по точке входа. И мы сейчас уже тоже обновили локальный минимум. Это движение мы видели вчера. А, собственно, сейчас золото торгуется достаточно близко к минимальному значению, которое мы видели за последние полгода, то есть это область минимальных значений ноября. С текущих уровней золото я бы тоже рассмотрел на покупку, но пока сигнала здесь нет, соответственно, скорее всего, он может произойти только на следующей неделе, поэтому золото тоже добавляю в свой watchlist и буду за этим следить и пробовать его покупать уже на следующей неделе. Индексы DAX не обновляет пока локальный максимум, но у него есть все шансы это сделать. Не было коррекции после как раз возобновления, после того нисходящего движения, которое было практически без коррекции, мы растем всю неделю, и не было возможности здесь заходить на продолжение тренда, поэтому DAX я здесь пропустил. Ну и по S&P 500 тоже, здесь я ставил отложенные ордера, но уже последнюю неделю, весь февраль цена растет и не было никаких коррекций, а я захожу в позиции на коррекциях. Поэтому здесь тоже S&P 500 ушел без меня, но в целом движение здесь продолжается и мы видим обновление локальных максимумов, что, собственно, также позитивно влияет и на акции, да, которые находятся в портфеле. По нефти. Вот нефть как раз довольно-таки неплохо ускорилась, обновили максимальные значения, которые были в январе, сейчас торгуемся по 59.30, что также позитивно дает результат именно с точки зрения корпоративного сектора. Если также посмотреть мой счет, уже непосредственно инвестиционный, который также я показываю, то он тоже довольно-таки неплохо подрастает. И в целом сейчас по итогам, да, на текущий момент по всем акциям, только одна акция находится в просадке, это все еще AT&T, новые акции, которые я добавлял также в этом месяце, это Bluebird Bio, Facebook, в прошлом месяце IBM, все пока находятся в небольшом плюсе. И в целом довольно-таки неплохо подрос Caterpillar, да, то есть новый локальный максимум, Archer Daniels Midland, ну и, конечно, ExxonMobil, нефть растет, ExxonMobil тоже неплохо выстреливает. Поэтому здесь тоже мы видим довольно-таки неплохую интересную ситуацию, и в целом фондовый рынок ведет себя довольно-таки интересно, и мне кажется, это хорошо. А вот на следующей неделе, как мне видится, будет довольно-таки неплохие возможности для того, чтобы как раз новые позиции реализовать с точки зрения попытки поймать продолжение нисходящего движения по американскому доллару. Конечно, все может поменяться, но уровни неплохие, и будем об этом обязательно следить. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ваши вопросы оставляйте в комментариях, ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.